привет, друзья. Значит, осень настала, пчел подготовил в зиму. Все готово, но надо еще пройтись бипином. Я все равно, как бы там ни говорили, вредно, не вредно, все-таки бипин действует на клеща и действует хорошо. Вот сейчас еду в магазин. Магазин находится на улице Казацкая, такая у нас есть. Я там всегда все покупаю. Сейчас купим ампулу бипина и где-то через пару неделек сделаем обработку от клеща. Так, где же этот магазин у нас? Так, работает, я думаю. Правда, да, в 11 часов. Есть у меня еще один такой магазин, значит, в который я постоянно заезжал, но как-то уже не был в нем. Год, наверное, не был. Созвонился, а они уже переехали в другое место. Так, ну вот написано реклама. Есть такое дело. Пчеломагазин Вулык. Ну ладно, пошел я. Хотел снять в магазине, как там что. Ну, магазин такой, конечно. Маленькая комнатушка. Находится в захолустье. Ну, зато все есть. Все есть. Ну, зашел, купил. Вот он, бипин. Ампула на 2 литра воды разводится. Как раз мне хватит на мои семьи. Я уже буду точно знать о том, что клеща я убью, и на следующий год у меня будет нормальное состояние семей. Все, спасибо всем за просмотр. Пишите, кто как обрабатывает от клеща, кто там бипином, кто вообще не обрабатывает, потому что я с некоторыми общаюсь, они говорят, а зачем его обрабатывать? Клещ сам по себе это самое как-то вылетит, облетится, они же говорят, крыльями трусят, он облетится. Так что я считаю, надо обрабатывать, надо бороться целое лето и обязательно осенью. Все, спасибо всем за просмотр. Жду ваших комментариев на сегодня. Пока-пока и до новых встреч.